Да, срок внедрения, но опять-таки у нас первый блок всегда это обучение. Неделя уходит на того, что персонал. А персонал кто? Это люди, которые занимаются ремонтами, это главный механик, сотрудники отдела главного механика, энергетика, прибориста, плюс отдел СМК, если он есть. Вот неделя на обучение. Дальше где-то вот месяц-два уходит на разработку этих моделей. То есть, опять-таки, разработка у нас идет на базе типовых моделей, но с доработками под предприятие. То есть, мы изучаем существующие регламенты, как бы желания руководства и перерисовываем модель уже в бизнес-студию, как должно быть у вас. Ну и месяц потом идет на согласование. Где-то 4 месяца – это вот минимальный срок, ну, внедрения так называемого процессного подхода.